Датчик движения, стать свидетелем, зажечь благовоние. Очень мало. Не хотите выключить? Точно, да, я выключил. У нас два этажа, очень маленький дом, ребят, очень маленький. Так, я... Охуеть, уже все разобрали, псы, блядь. Так я взял то, что я беру всегда, и все. А кто спиздил датчик мой? У меня МП, соль, фонарик. А это что такое? А, это блокнотик. Ну ладно, я возьму твой еще блокнотик. А кто базарить с ним будет? Да потом возьмем. Дженнифер Хэрис. Ебать, дверь сама открылась. О, контент. Да, взяли. Ну что, страшная хуйня, выходи, мы пришли по твою душу паду. Идемте на второй этаж или как-то можно. Я пошел гараж проверять. Вообще тут не второй этаж, тут подвал как бы. А, точно, меня ж не слышно без вас. Тут подвал, а не второй. А еще тут манекен с сиськами, не испугайтесь. Ну да, да, есть такие. Свет. А света не будет, потому что сложность средняя. Света не будет, сложность средняя. Так я же включил свет. Да не будет света в этом режиме. Я ж вам изначально зачитал, то что света не будет. Да, вообще. Да вообще свет как бы есть. 7 градусов. 8. Видео потом посмотришь, там было написано, что света нет. Тут ставим камеру. Но свет. 14 градусов. Но свет-то есть, зачем? В коридоре 6 градусов. Вот в этом не будет. Чё, куда мне ставить камеру? Вот на этом можно поставить камеру. Куху. На этом? Вот, тумбочка. Ух, нихуя, молоток! Ты нахуй молоток спиздила? Дай мне молоток. Дай мне молоток. Дай мне молоток. Вы на каком этаже? Я не такую взял, она похожа на радио няню. А ты повесь ее на стену. Такая проблема, я типа инвалид, блядь, я вешать. Ты английская, Толь. Короче, появляется зелье бомб, все. Только. А вы где, в подвале? Там на камере видим. Сколько? Я не... Так, тихо, сейчас пойму. Ой, тройка была. Он что, не бесконечный, что ли? Вот тут тройка, вот в этом углу тройка. Какой долбоёб дает охотникам на привидение не бесконечный котик? Три градуса здесь. Свет въебало. Блядь, отвёрку я могу спить. Здесь ноль... 8. Отдай молоток. Блять! 4. А шо, а чего вы все боитесь, я не понимаю. О! А, не, это он. А, Данек, это ты так сильно испугался, что ли? Я хуел, блядь. Я типа спрятался, но я не испугался. А, ну, давайте, кто больше всех боится, я отдам фотик, потому что через фотик смотреть вообще не сыкает ничего. Мне так-то давай, пофиг, я просто отвернулся и все. О! Клоун, ебать, мы в натуре в Америке. Клоун, блядь. Передо мной клоун прошел в маске, если бы сфоткал, вы бы охуели все бы. Жалко, так это фотик. Это, наверное, оно. Его же, я, типа, кстати, тоже замучил. МП-4 был максималка, был МП-4. Круто. Я даю нужную информацию. Напиши в блокнот. А, кстати, у кого разговорник? Давайте одного его оставим, пусть поговорит. А он всем отвечает, можно и уходить. А, всем? Ну тогда ладно. А у кого разговорник? У меня нет. А, у меня соль, сейчас рассыплю. Сыпь соль.
вы понимаете то, что в подвале прятаться негде? Нахуй мы тут стоим? Не знаю. Ну, нам не обязательно прятаться в подвале, мы из них... Какого хуя вы меня оставили там одну, блядь? Мармеладка, стой, прости, я не хотел тебя оставить. То чувство, когда вы втроем ходите и не расходитесь, где вы, ты одна-то осталась? Я пошел соль относить. Все, Данечек, идем. Я уже в фургоне давно. Ты в фургоне, я к тебе. Ну, на камере ничего нет. А минусовая температура была? Нет. Понял. Сейчас тоже нет. Сейчас активность высокая, готовьтесь. Я взял в руки молоток, я проломлю ему ебали. Но она резко на ноль упала. На, брат. Я тебе подарочек принес. Ой, блядь. Какой? А, нормально, пофиг. Как зовут нашу? Блядь. Дженнифер Хэрис. Ага, пациент Дженнифер Хэрис? Чё, реально так? Да. Хэрис написано. Хэрис. Шкун, не надо за мной повторять. Хули вы здесь все втолпились? А ты чё здесь втолпилась? У меня нет радиоприемника. Пусть идет тот, кто у кого радиоприемник. Там еще благовоние, надо взять. Да, Конь, есть два свободных слота? Есть. Возьмите благовоние с зажигалкой. Давай ты возьмешь благовоние с зажигалкой, а ты мне дай термометр и еще что-то. Я зажигалку стырил. Верни, давай. Сука! Так у меня свободный слот. Как я тебе, блядь, благовоние зажгу без зажигалки? На. Так возьмите еще свечку. Всё, свечку возьми. Я взял свечку. Не надо, не нужна вам свечка, но свечка занята. Ну все, пойдемте. Я не понял, что вам надо. Там активность повысилась на максимум. Активность на максимум. Да похуй, идем. Ну идите, я здесь посижу. А ты что не пошел-то? Ты ж с ними пошел. Тихо. А ты козел какой. Мне ж жалко бабки. Наказать их решил? У меня там 600 с лишним бабок, блять. А активность на ноль упала, кстати. У меня, блять, там 21 левел, блять, 600 с чем-то денег, нахуй. Она свет мигает, шкон, видишь? Да, вижу. Свет выключился. Не, он, короче, не то, что должен мигать, он, короче, должен быть силуэт. А-а-а. Нахуй дверь кто-то открыл, долбоеба. И Толя, конечно, этот датчик поставил, пиздец. Переставьте датчик. Правее. Где сисястая баба? А мне свечку-то им туда засунуть или чё? Да нахуй она нужна. Она им не нужна. У них не нужна свечка, у нас нет такого задания. Иди, брат. А мне с какой целью идти? На термометр тогда. Не, погоди, я возьму вот этот разговорник. Ну вот, бери термометр, фотик и разговорник. У меня МП и разговорник. Блядь, заебал. Иди. Я иду. Если я сдохну, это будет на твоей совести. А, мы все идем, кстати. Тут кто-то угорает. Страшным женским голосом, слышишь?
бьем. База, а как этого дебила еще зовут там? Твою мать, блядь! Если что, кого-то задушили. У нас... О, нет. Солнышко, оно умерло. Оно потухло прямо на моих глазах, и дверь открылась сама по себе. Блядь. Ты в подвале? Страшным месте. Я пытаюсь держаться. Мне надо сфоткать. Труп. Пошли. Сфоткай, пошли. Давай. Блять, а вам что, вдвоем надо ходить до меня, да? Ой, ну начнем с того, то, что я просто к тебе иду, потому что нечего делать. Я не знаю, зачем я к тебе иду. Народ, след на соли. Шкун, сфоткай след. У меня больше снимков нет. Плохо. Мне почему-то кажется, что мы фотали эту хуйню уже. Да, а, не. Шаги, не, шаги есть, да, шаги есть. Отпечаток рук есть, мертвое тело есть. Кто-то открыл дверь. Блядь. Где ты? Дай нам знак. О, звуки женщины, блять, ладно, ребята, мне пизда, хорошо. А день продолжается. Шкун, ты где? Я тут, пошли нахуй. Пошли. Я напоследок. Он у тебя тоже жопой торчит, да? Из-за... Да, хуй торчит. Не, я не живой. Ну все, Данек, теперь тебя можно это молоток в жопу тебе засунуть, даже удобную позу занял для этого. Так ты чаще практикуешься, суй сам себе. Ой, обиделся. А что, у нас доказательств никаких нет, кроме... Ладно. А давай теперь ему тарелку в рот кидать будем все втроем. А призрака самого видно или нет? Как круто он разговаривает по рации. Давай, пошли к Шкуну, сейчас будем его пугать, блядь. Ну пошли. Сука, я так и не понял. Блядь, кто камеру переставил? Нахуй, блядь, приносит игрушка, блядь. Хуйню какую-то приносит. Бля, не приноси мне молоток. И, блядь. Вы нахуй, блядь, там его переставили, долбоёбы. Какой призрак у нас? Чё у нас есть? У нас нихуя нет. Отпечаток рук есть, а МП уровень 5 был? Если был, то накинь мне чё-нибудь на стол, вот сейчас. Нормально. Если был АМП, кинь мне чё-нибудь на стол. Был? Блядь. Хорош. А было МП или не было? Не было МП, нафиг вы ему просто так бросаете. А что было-то, кроме отпечатков? Вы понимаете то, что я сейчас могу пойти туда и сдохнуть? Так что я не хочу. А ему есть смысл просто кнопку нажать и съебаться отсюда? Есть. Ну так пусть так и сделает. Киньте ему в телек молоток, чтоб он понял, что активность.
А записи в блокноте были? Не было. Радиоприемник был. И, блядь. Радиоприемник был. Что делаете? Блять, он может подойдет, посмотрит, да? А как мы ему ответить должны, был он или не был? Вот это тоже непонятно. Шкун, моргни два раза, если ты нас слышишь. Хорошая шутка, когда он не моргает. Он, кстати, не моргает, он человек вообще? Как видишь, нет, он рождественский эльф сейчас, а эльфы не люди, а собственно всех не людей можно сжечь нахуй. Подожди, минусовой температуры точно не было, можете ее зачеркнуть нахуй. И что мне вот с этим добром делать? Идти в дом? Не, я не пойду в дом. Не, ты не пойдешь в дом. Ты пойдешь молоток нести. Правильно, он вы принял, сдохли, наверное, верное решение. Он принял дверь. А я сбежал. Все, я взял свечку, зажигалку. О, надо сфоткать его призрака. А возьмите фотик. Блядь, кто-нибудь. Варенье, зажечь боговонье, стать потухшим. О, свечу надо... Толь, Дональд Мартин. Дональд Мартин, да, читать умеешь. Заставить призрака потушить горящую свечу, сфотографировать призрака и зажечь благовоние возле призрака. Все, пойдемте. Это я тебе просто хотел сказать, то, что прикольное сочетание. Пойдем. А ты этого не понял. На самом деле, уебанское сочетание, Дональд Дак было бы круче. Бум нахуй, это я в камеру туда сказал. А я это гений, короче, я свет с собой не взял. Не то чтобы я боялся, я просто не вижу нихуя в прямом смысле. Блять, чё? А, света же нет. Нету света. Пойдём, я свечку зажёг, блять. Нихуя, он со свечой ходит, слышишь? Пойдём. Какой свечой? Иди в подвал, заебал. Включай свет. А что если... А ничего то, что света нет, сложность-то средняя. Забудьте про свет. О, свет замигал. Народ, свет мигает. Да, блядь. Сука, Шкун. Шкун, я понял, что это ты, тебя слышно. Чё он делает? Так мы сейчас с тобой свет включали, выключали. О, фриду и... Чё он делал? Всё, Толь, никто не орал. Окей, буду тут. Включи водичку. Да, не, блядь. Орел молодой. Как там дальше? Ебать, я ору с вас, пиздец. Ну, так... Особенно с Толиком, блядь. Просто визжу как сука. Ну вы типа, ребят, не забывайте же, в подвале, если что, обращайтесь там. Тут один шкаф с коробками. Вы мне скажите, где комната, вы ее нашли? Машина сигналит. О, какой чувак сигналит на машине? Ксения. У нее блядь, он в гараже, блядь! Нет, я иду за... Народ, он в гараже. Я не вижу без света, блядь. А где гараж? Ну, привет. Ты прихлопнула, блядь. А где гараж? Немножко по лицу получил, ну и похуй. Там 5 градусов, ребят. Как я выключить? Сука, да заткнись ты, хон ебаная, блядь. Сейчас я ключи возьму, выключу. Чё, мне тут всё ставить? Да, ставь там. Закрой ебло, блядь. Пипец, а по звуку, как будто не здесь было. Блядь, если б можно было сейчас тебя записать и на сигналку поставить, я тут... Минус! Минус! Температура минус, минус. МП нету. Все, я ставлю свечку, чтоб согреться. Блядь, она тебе не поможет. В блокноте поставь доказательства. Я соль рассыплю.
А в окно взяли? В окно взяли, блядь? Я не знаю, у них нет, наверное. Где бы окно? А фотик взял кто-нибудь? Так вы должны были фотик взять. Я сейчас тут кости валяются на полу. Завутай кость или сфоткайте. Сначала сфоткайте, потом завутайте. Я возьму блокнот и возьму. У меня фоткать нечем, будто. Ну вот, сиди рядом с ней, короче. Я взял фотик, я взял блокнот. Так, возьми а кто-нибудь. Говорить. И вот это все. Ксюш, что ты взяла? У кого? А, вы да, все взяли. Не у меня. У меня есть зажигалочка, что хочешь прикрутить. Ну, благовоние нам зажигать. Нам задание. Вот тут есть косточка. Где кость? Вот она, вот ой, здесь вот, где стиралки. Тихо, светите. Оп. Где стиралка? А вот тут? Ну там где, да, вот, вот это вот хуй. Не светите. Бля. А можно вот? Попробуйте с ним по им радио связаться. Алло, прием. Свяжитесь с ним по радио. Активность на нуле. Чё у тебя? Активность на нуле. Активность на нуле. Свяжитесь с ним по радио. Опять, сука, он сидит, блядь, там. Не, ну а чё мне ещё делать? У меня вещей других нет. Все у вас. Я, блядь, почему я это сфоткал, у меня не засчиталось, блядь, как за доказательство. Я охуенно сфоткал, посмотри на... Три звезды стоит, что ты гонишь? Только кости не видно, видно ладошку. А не, отпечаток ноги, типа, след. Не стоит, нихуя. А на соли есть след разве? Просто у меня нет фотки с солью. Да, разговариваю, разговариваю. Активность ноль. Поболтайте с ним. Печек нормально камеру видно? Да, вас нормально видно, только в кадре видно машину, ну и дверь, все. Активность до середины поднялась. А мы можем свечку потушить? Народ, у вас минусовая температура. Нам похуй, нам тут тепло. Записи в блокноте есть? Нету. Нет. Не выполнено. Не выполнено? Блядь, а кто потушил свечку? Значит, мне померещилось. Значит, я шизоид. Активность ноль. Нам надо его сфоткать? Да, вам надо его сфоткать. Народ, он по камере прошел только что, с тесаком. Он только что в камере был. А где он? Призрачный огонек вижу, призрачный огонек.
Я не знаю, где он возле камеры прошел и куда-то ушел. Он ушел в меня, блядь. Активность средняя. Все живы-то? Да. А крест кто-нибудь брал? Креста нет на базе. Какого хуя ты лично на базе? Так потому что я за вами слежу, что тебе не нравится. А зачем мне к вам идти? У меня фонарик, МП и все. Ну, сейчас тогда схожу, давай теперь ты посидишь. Все, я иду в дом. Иду в дом с МП. Повесьте датчик, пожалуйста, к двери слева. Лазерный проектор, точнее. Народ, он здесь ходит. Вам пизда. Блять. Шкун. Что? Блядь, да иди нахуй, сука. Толь, ты меня слышишь? Ребята, у меня тут лежит труп шкуна, блядь, что делать? Фоткать. Хочу тебя обрадовать, Толик, у тебя очень мало рассудка, и тебя убьют следующим, если ты останешься в доме. О, я вижу страшного человека, блядь, с бородой. Здорово. Чё у него? А, это Даня, блядь, окей. Ну всё, сиди здесь, теперь твоя очередь, я пошёл лечиться. Ага, спасибо. Я иду лечиться. Там я МП-3! Блядь, дверь закрыта. У меня камеры нет. Ну она у шкуна была. Блядь. Данёк, я иду к тебе назад, я понял. Без меня тут никак. Шкун, покажи, где камеры. На, забирай этот кусок говна, блядь. Какой ты красавчик, Толя, молодец. Я знаю. В рот тебя. Сам знаешь чё. Я хотя бы её пришёл и вернул назад, чё ты уёбываешься. Да, вот когда он прям передо мной был и взорвал лампочку. Ну, лучше поздно, чем никогда. У тебя машина, что ли, мигает? Да. Да он там сидит. Нажми на неё левой кнопкой. Наконец-то нам. Господи. Я вижу ему там лицо. Данёк, скажи что-нибудь, почихай два раза, если ты живой. Не, кажись, он живой. Извини, я тебе пока не знаю. Ебать у него просела рассудок, ты уже 50. Ну, посмотри, я всё равно сам не помню. Ну да. Шкун, ты жив? Шкун, ты тут? Он сдох, Толя, вернись, блядь! Я должен в этом удостовериться лично. Сфоткай его еще, труп. Я найду его тело и расскажу. Блядь! Шкун, ты тут? Он в гараже. Шкун, ты тут? Шкун. Шкун, давай с тобой поугараем.
Он с распятием вон сел, придурок. Алло. А хуй я иду назад, подожди, блядь. А, ты не сдох, блядь. Да, сейчас меня надо еще постараться убить. Да иди сюда уже, все, похуй, поехали. Нет, мне не похуй. Мне бы найти теперь. Где этот лёлик, блядь? Да иди ты нахуй! Шкун, ты чё встал? Да, пиздец, я был радиоприёмник или нет? Шкун, поговори со мной, нам можно разговаривать на М. Нам можно разговаривать, Шкун, они нас не слышат. Давай им кинем чашку, тварям. Ноль. А, ну я сумасшедший, не... О, один. Ха, смотри, блядь, не до конца ёбнулся. А, не, ноль. Пиздец, блядь. Не, пока у меня есть, я... Сейчас вернусь, сейчас всё сделаю, блядь, подожди. Я, сука, все шмотки проебал, я больше покупать ничего не буду, покупайте вы теперь, да. Ну, Шкун, я, ты, кстати, видел, когда он ко мне приходил, я фоткал его, видел меня? Да. И чё, как оно? Да. Я его видел. А у меня получилось его сфоткать, у меня просто уже заряды кончились на снимке. Взаимодействие 2, мёртвое тело 1, кость 1, ну и всё, больше ничего нет. А, ну взаимодействует, наверное, вот это типа хуйня. Шкун, пошли его троллить в доме. Пойдем. А то он больно много выпендривается. Пойдем, пойдем. Будем ему чашки бросать. Как-то скучно, да. О, его уже задушили. Его убили. Задушили. Заскамили мамонта. Заскамили мамонта. В натуре, вот сам признался, заскамили мамонта. А где? Давай найдем. Давай хоть я найду камеру вашу там или что-нибудь, блядь, а то... Ищите, блядь, призрака. А его тут нет. Вот он. А, ты... нет, труп. Это а, вот один. Где, блядь, Данёк сдох. Вот, Дань, ты мог еще дальше спрятаться? Не, ну извини, ищите, я прятался. Да, ищите, ты мог призрак. Еще дальше спрятаться, блядь, вот ты скажи, я же пошёл твои шмотки. Так я и так недалеко, Шкун, сдох. Ты чё, было трудно меня найти? Она поехала. Было трудно выйти из этой комнаты, блядь. А зачем из нее выходить, когда он ходил по гаражу? Куда мне убегать-то?